Друзья мои хорошие, посмотрите, какая красота у меня вышла на завтрак. Хотя сейчас уже около 2 часов, наверное, а я еще только первый раз с мужем завтракаем. Вот сейчас сидела, разговаривала со своими бизнес-партнерами и приготовила, не знаю сама что. Вроде бы по рецепту аджарская хачапури, но похоже на ватрушки, так как они внутри с сыром. Сверху залила яйцом и духовочку. Сейчас мы идем завтракать. Всем приятного аппетита, мои хорошие. Всем привет, мои хорошие. С вами я, Светлана Ата. Вы узнали меня? Короче, что я делаю? Сегодня суббота, а я вся в работе, мои хорошие. Кстати, я только недавно села, потому что я готовила завтрак своему мужу. Сейчас я к нам пришла племянница мужа, и я готовлю. В общем, что готовлю, сама непонятно, как называется. Курица вместе с запеченными овощами, все вместе. Сейчас она в духовке, и когда будет готова, я вам ее, конечно, покажу. Наверное, вы за мной соскучились, но знаете, что я этими днями занималась перестановкой квартиры. Сейчас не буду показывать, потому что здесь очень много у меня глажки, мне уже неудобно. Я все, представляете, передвинула, что могла, изменила ситуацию в доме. В салоне везде так уютно, у нас сейчас так хорошо, тепло. В общем, вот такие вот дела. Ну, можно пойти посмотреть, что у меня творится. Здесь, конечно, не буду показывать. Муж такую лампочку купил, по интернету заказал, что как только, вот видите, я поставила цветочек здесь, как только, значит, появляется кто-то, она сразу зажигается. Это, кстати, очень удобно. Ну, здесь, мои хорошие, вот такая у меня перестановочка. Я переставила сервант. Сейчас мой муж с племянницей пошли за покупками, мне так неохота выходить. Ну, я кое-как, посмотрите, вот так переставила здесь, поменяла местами. Мы так лежим, муж немножко приболел, мой муяшком заболел. Поэтому, вот видите, как я захожу, сразу все видно. Так, а сегодня, представляете, я целый день возилась на кухне. 2-3 часа. Вчера сделала маникюр, а сейчас, наверное, точно испортился. Видите, столько посуды у меня не заканчивается. Здесь, в общем, я приготовила тут зелень разный. Буду делать цезарь. Зелень помыла. Здесь, значит, у меня... Ой, чуть обожглась, представляете? Здесь у меня чорба. Мерджевик чорба. Вот люблю я ее, понимаете? А сейчас я покажу вам. Стирку постирала, клубничку кушала. Кстати, такая сладкая клубника, вообще пипец. Слышите, духовочки моей. Супер духовочки. Но она мне готовит, главное. Хоть страшно, но такая, какая есть. Сейчас я посмотрю, как там дела у меня с курочкой. Сегодня я решила, тут тряпочки у меня сушатся, как раз духовочка включенная. Вот так я сделала, друзья мои. Не знаю даже сейчас, что делать, как открывать. Боюсь, блин, обжечься. Надо же, наверное, и сегодня я решила не в рукаве, а так вот ее запечь. Ой, знаете, что я так люблю так готовить? Почему? Потому что это не надо обжаривать. Каждое что-то нужно. Раз, напихала, положила и все. Ух ты, посмотрите, какую красоту. Ну, горячая ж, блин. Сейчас. Мне самое интересное, что здесь происходит. Вот, посмотрите. Посмотрите. Мне кажется, друзья мои хорошие, что уже картошечка готова. Можно открыть, не так ли? Угу. Вот так я и сделаю. Я сейчас сниму это. Посмотрите, какая красота. Ох. Готовлю. Так, посмотрите на балконе, что творится. Давайте выйдем. У нас
Тепло сегодня, солнышко, цветочки я так переставила, вот кое-какие спрятала. Вот такая вот у нас погодка. Некоторые вот эти вот надо уже собрать их. Вот здесь кое-как я для семян собрала. Вот здесь у нас закупочки, грейпфрукты, гранаты такие огромные. Представляете, я каждый день такая молодец, я пью гранатовый и грейпфруктовый сок. Вот здесь я посадила косточку из-под авокадо, две штуки. Тут у меня еще две штуки, посмотрим, зайдет или нет. В общем, мои хорошие. Вот у нас так вот все зеленое. Слушайте, сколько дней я не выходила из дома. Никак не получается. Надо, кстати, погулять. Все зелено-зелено. Так, сейчас. Вот этот дом напротив. Вот этот вот дом. Там квартира 450 тысяч евро. Ну, вообще, представляете? У нас можно купить здесь за 250-230. Видите, кругом продают. Вот. Здесь продают квартиры. В нашем подъезде. Там наверху Кыралык сдают квартиры. Очень много. И в нашем тоже сите-блоке тоже есть такие квартиры. Видите, такая угловая здесь. А вот напротив, вот в этом, где я сказала, он новостройка. Там 450 тысяч квартирки. Ну, рядом. Там и красивый очень двор с бассейном. В общем, такая ситуация. У нас 5 часов, начало 6-го. Вот рыбным базарчик на мосту. Видите, рыбку жарят. В общем, такой сегодня домашний. У меня домашний блог, решила я вам снять, мои хорошие. А это ботасы на солнышке после моей зубы. Я всегда сушу. Картошечку сейчас я отправлю в духовочку для полного запекания. Ну, покажу, когда все будет готово. У меня сегодня в программе цезарь сделать такой, турецкий. Что получилось? Вот, получилось вот такое вот курочка запеченная. Будем кушать. Муж пришел сейчас с покупками, я разложилась. Не успела вам показать, что-то не сообразила даже показать. Племянницу покажу вот так под одеялами. Меня все спрашивают, чем мы отапливаемся в доме. Ашка мой заболел чуть-чуть. Племянница здесь. Хорошие, меня многие спрашивают, как мы отапливаемся в доме и чем мы отапливаемся в доме. У нас газа нету, отопления нету, кондиционера у нас тоже нету, но мы не мерзнем. Вот, ну, я вот сейчас одела, так вот целый день ходила в легкой кофточке, а вечером вот я одела такую кофточку тепленькую. У нас есть обогреватель, и буквально нужно закрыть все двери, включить. На полчаса постоянно у нас включено, и нам тепло. В моей комнате у меня матрас электрический. Я его включаю за полчаса до того, как лягу. Прекрасно, тепло и вообще без проблем. Вот так мы зимуем зиму. Ну, конечно, прохладно в других комнатах, но мы не мерзнем без обогревания. Представляете, какой кайф. Где бы так в Мерсине действительно сейчас 15 градусов, вот, было днем, по-моему, или больше, даже на солнышке было больше, 19-20, вечерами 15 градусов, пока не холодно, ну посмотрим. Так что нам достаточно пока то, что мы имеем. Я еще приготовлю потом цезарь-салат, и будем мы ужинать. Ну, надеюсь, такое домашнее видео вам понравилось, немножко внесла уюта в ваши сердца и тепла. Всем пока-пока, с вами была Светлана Ата. До скорых встреч, мои хорошие. И снова с вами я. Никак не могла удержаться, чтобы не показать вам, чем я буду кормить свою семью. Вот такой я сделала цезарь-салат. Здесь все есть, кроме жареной грудинки. Без мяса. Сыр, сухарики я приготовила тоже. Их в духовке заранее пережарила. Помазала соусом с оливковым маслом и чесночком. Такой привкус имеет чесночка, очень вкусно совпадает, подходят. Вот такие вот у нас соленья разные, видите. Это домашнее соленье, это магазинное, и это магазинное.
Ну вот зелени, как всегда, должно быть у нас очень много. И вот наша курочка, сейчас я ее положу на блюдо, выложу, какой тут чаек уже у меня. В общем, короче говоря, друзья мои хорошие, всем приятного аппетита. Пока-пока. Посмотри, какой хороший у нас программ, смотрим программ. В общем, кайф такой, не хочется ничего делать. Вот чай пьем, сидим здесь. Сейчас будем эти, как ее, конфетки, да, захотелось. Конфетки, клубничку, конфеточки. У нас же нет таких вкусняшек, как у вас в России. У нас только клубничка. И такие конфеты. Ну, вкусные. От клубники и конфет перешли к семечкам, фруктам. Вот так сидим мы. Уютненько. Печка вот включенная, плиточка. Так тепло у нас, так хорошо. В таких топочках, носочках. Эти носочки мне Анемчик связала. Вот. Вот так вот сидим. Мои хорошие, все заняты в телефонах. И я в телефоне, и они в телефоне. В общем, никак с вами я не распрощаюсь. А смотрим мы программу «Сес Туркие». Она такая красочная, в субботу, воскресенье выходит, друзья мои. Всем приятного вечера. Время уже начало 12-го. Пока-пока, мои хорошие.